вами Инструмент Центр. Сегодня у нас в видеообзоре набор инструментов компании Sigma. Sigma Grad Start. То есть это новая линейка наборов Sigma. Что сказать о нем? Это бюджетный набор. То есть набор для использования дома. Он не применяется на СТО, автосервисах, предприятиях. То есть это для домашнего применения набор. Набор из 46 предметов. Код товара 6003015. Упаковка идет сверху на кейсе. Указывается 1/4 рабочий квадрат, 4 щетки в наборе, вернее 3 щетка на 24 зуба, 46 предметов. Также комплектация набора. Набор изготавливается в Китае на заводе, то есть заводской Китай. Ну, теперь комплектация его. Закладка идет между крышками. Начнем мы, как всегда, с трещотки. Трещотка здесь на 24 зуба с реверсом. Быстрый сброс головки и фиксация. Длина трещотки 150 мм. Рукоятка комбинированная резинопластик. Ну, здесь не прям резиновая рукоятка. Здесь пластик, но с прорезиненными вставками. То есть черный цвет. Надпись на трещотке. Град и CRV указывает производитель. Это хром, ванадиевая сталь, материал изготовления инструмента. Далее отверточная рукоятка. Длина 150 мм. Ручка пластиковая. Применяется в наборе или головки можете вставлять, или биты. Получаем в данном случае отвертку. Далее, вороток Т-образный, длина 110 мм. Удлинители. Три удлинителя. Это гибкий 150 мм для труднодоступных мест. Маленький 50 и 100 средний. Кардан. Здесь он скреплен металлическими вставками. И набор головок. Общее количество головок здесь 13 штук. 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, самая большая головка. Так, что нам здесь пишет производитель на головке? Хром-ванадий, хром-ванадиевая сталь, 14 мм. Набор Г-образных ключей, 3 ключика. И переходник под шуруповерт, чтобы использовать или головки, или биты. Шуруповертом. В верхней крышке у нас набор бит уже, которые с переходником. Общее количество 21 бита. Есть у нас шестигранные, шлицевые, крестовые и биты торкс. С комплектацией разобрались. Материал. Указывает производитель хром-ванадиевая сталь. На инструменте нанесено защитное матовое покрытие. Весь инструмент матового цвета. Кейс у нас цельнолитой, без зависы, то есть цельная конструкция получается. Запирание на обычную пластиковую защелку. То есть кейс здесь самый простенький. Ну, инструмент с верхней крышки не вывалится, биты здесь хорошо зафиксированы в своих ячейках. В верхней крышке видите логотип Sigma, вернее не Sigma, а Tools Grad. Sigma Grad называется инструмент. Sigma Grad Start. Вес набора 1,1 кг, ширина кейса 24, длина 13, высота 4,5 см. Вот такой вот набор для домашнего пользования. Ну, соответственно, цена на него довольно низкая. За подписку на канал, за оставленный лайк. При заказе вы получаете хорошую скидку в нашем интернет-магазине. Спасибо за просмотр. До свидания.